Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня 13 марта. Поднял голубей. Это внизу благодарнинский. Никак он не хочет разлетаться. Белого бакинца, которого от брата привозил, тоже поднял. Раз вчера пришел, значит, уже никуда он не денется. Но он летает отдельно. Все, благодарнинский упал. Вот они летают все. Здесь почти одни голуби, самцы. Соединился белый со всеми. Так, друзья, они уже поднялись так, что я их практически не вижу. В камеру. Так, глазами еще вижу, а в камеру почти не вижу. Вот. Ой, спасибо. Поставлю на паузу пока. Все равно я там почти голое небо снимаю. Так, кто-то один выпал. Не пойму я кто. Те четверо вон вверху. Один ниже вот играет. Да что ж ты не фокусируешься, блин. Это белый чернохвостый. Время прошло где-то минут 40, наверное. Что ты так рано спустился? Дом боишься потерять? Интересно, перед посадкой. Там-то он играл, а вот на посадке будет играть, нет? Вот он опять перевернулся. Вот теперь сейчас снова перевернулся. Играет. Довольно-таки часто играет. Но кувыркается на лету. Без остановки. Дома сел. Остальные, друзья. Поймаю, не поймаю, не знаю. Поймал. Вон они там. В общем, там летают, ставлю на паузу. Тут ролик длинный получится. И так уже его резать буду. Вот, друзья, спускаются. Не знаю, насколько они быстро сядут. Летает Андижанский. Трое Лалаков. Там играет, не вижу я. По игре примерно голубка, лалачка. Ветер дует, сдувает их. Такой сносный, терпим. Я гонял и в больший ветер. Ладненько, поставлю на паузу. Так, кто-то выпал. Пока не пойму, кто. Это похоже на голубку, лалачку. Полукровка лалачка. Она хорошо летает и нести собралась, что ли. Поднялись по новой. Блин, потерял. Не поймаю я их. На работу уже ехать надо. Спускаются. Наверное, будут садиться сейчас. Все позаходили. Ага, слетел на леточек, слава богу. А то он то на голубятню, то на крестовину, туда-сюда летает. Да, Андижанский первый. И лалак его попадает. Друзья, огромное спасибо за внимание. Летали белый примерно минут 30-40, голубка, полулалачка,
где-то минут 40-50, а эти больше часа летали трое. Это час 10, час 20, где-то так. Все, всем пока-пока.